В пятницу у нас случился день тепла. Это день, который мы всегда ждем и активно обсуждаем. Праздник, который не проходит незамеченным в нашем городе. День тепла – это когда нам дают отопление. Но мои батареи погрели ровно 2 часа и остыли. И оказывается, не только у меня, это произошло у многих. Но сегодня, в воскресенье, батареи снова зажужжали и нагрелись. И такое совпадение, что мы как раз сегодня решили пойти в сторону котельной и поснимать окрестности. И вот мы идем в сторону котельной. Сегодня мой сталкер Анна. Она часто ходит по этой дороге, гуляет. Очень спортивная девушка. Такая заброшенная территория здесь. Анна предлагает мне зайти туда. Мы пробираемся к озеру красивому. Тут везде сыроежки. Мы тут нашли грибов и даже не сняли этот процесс, потому что очень обрадовались. Сейчас, может, еще найдем. Не знаю. Ты не знаешь, как называется гриб? Не ешь. Как обрабатывать? Ее надо сварить быстренько и посолить. И она постоит немножко и будет. Вообще есть Google вообще-то. Вот, нашла еще один гриб. Аня сегодня грибов пожарит. Сейчас я еще найду. Может. У Ани азарт. Она ищет грибы. У нас началась спонтанная грибная охота. Тут у меня очень много волнушек. Давай. Вон какая волнушечка тут.
Он огромный просто. Вот он какой гриб. Вот она котельная. Но на котельной живет много собак. Поэтому туда не подойти. Анна уже залезла на сопочку, прячется от собак. А мы немножко подойдем. Как услышим, что собаки лают, сразу будем бегать. Собаки залаяли совсем с другой стороны. Вот они залаяли. Залаяли в сопках. Поэтому мы пойдем отсюда подальше. Аня испугалась. И на тебя смотрит и лает. Она так на меня еще посмотрела и дальше на тебя лает. Чего офигеть? А как я перейду? Короче, не подойти. Тут котельная, тут везде собаки. Очень много собак. Поэтому мы пойдем подальше отсюда. Я даже в голове. Ты посмотри. Ты таких грибов еще не видела. А вот это, посмотри. Они как будто бы только что родились. Посмотри на них. Да, они шикарные. Они охраняют территорию. Но не зря сходили хоть, да? Это мне награда. Мы поднялись на сопочку, и котельная выглядит так. Ближе подойти мы не можем, потому что очень много собак бегают и лают на нас. Недружелюбно себя ведут. Вот по трубам бежит вода. Наш город. Из котельной такой мосток соорудили. Страшненький. Трубы гудят и вибрируют.